қазақ мектебінің үшінші халықаралық алғашқы ана тіліндегі бизнес интеллект форумының бас демеушісі Жанна Қожамжар. Представляет эксклюзивный проект «Жилой комплекс бизнес-класса «Английский квартал». Респектабельный жилой комплекс расположен на берегу реки Урал в престижном микрорайоне Акшегала, в непосредственной близости ЖК «Ривьер». Уединенный и тихий район повышенного комфорта. Богатая инфраструктура дает собственникам жилья возможность отдохнуть, не уезжая далеко от дома. Жилой комплекс «Английский квартал» идеально подходит для тех, кто любит жить вдали от городской суеты. Обладая прекрасным окружением, продуманной инфраструктурой и грамотной планировкой, это не просто жилой комплекс, это целый мир, где все продумано для комфорта и уюта его жителей. «Английский квартал» совмещает в себе неповторимую роскошь и удивительную простоту английского стиля в архитектуре. Четкие геометрические линии прослеживаются на фасадах всего комплекса, что придает ему нотку изысканности и аристократичного богатства. Притягательная архитектура вдохновлена стилем британских домов 19 века. Классический георгианский стиль. Преобладающий цвет теплый, бежевый и коричневый. А большие окна делают облик дома утонченным и элегантным. Он станет настоящим воплощением британского шарма. Зеленый, спокойный двор с газоном и клумбами, ухоженные дорожки, малые архитектурные формы. Более половины территории квартала отдана под озеленение. Зона отдыха комплекса облагорожена зелеными насаждениями и обустроена детскими площадками. Для прогулок и игр предусмотрены большая спортивная площадка и разнообразные детские игровые комплексы. На территории также разместилось мини-футбольное поле. Спортивные объекты, расположенные на территории жилого комплекса, будут способствовать вашему полезному хобби. Для безопасности жителей в квартале установят современные системы наблюдения. Для владельцев автомашин выделены специальные места для паркинга. Просторные и стильные офисные помещения подойдут для различных сфер деятельности. Выгодное расположение комплекса, большой поток людей и уменьшение расходов на рекламу помогут развитию вашего бизнеса. Английский квартал – это место, где вас ждут просторные квартиры различных планировок, выполненные из качественных и современных строительных материалов. Новостройка рассчитана на 240 просторных квартир, количество комнат в которых варьируется от 1 до 3 общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Привлекательные холлы с дизайнерским оформлением, бесшумные скоростные лифты – все это обеспечит вам атмосферу уюта и абсолютного безмятежного счастья. Вам и вашей семье нужно все самое лучшее. Поэтому компания iBigma Group создала для вас комфортабельный жилой комплекс бизнес-класса «Английский квартал». В нем есть все, что нужно. Великолепное обустройство комплекса, удачная геолокация, грамотное планировочное решение. ЖК «Английский квартал» – это жилье высокого класса, где все продумано для удобства и комфорта жителей.
Thank you.
Если вы не можете,
Жалғалу сфера 3. Сізде 1 миллион доллар болмады бірсе. Сені өзіме сене кетті. Сізде ше? Все уже, не хватает, а там надо готовить. Блин, какие-то сумки.
Сразу хуй умею.
делается. Жаңа сұрақтар бәрін жазамыз. Коучингтің ең бірінші нәрсесі ол сұрақ қою. Это философия. Өзіңізге мен баяғыда ауылда люстра бес сағат деп айтқанмын. Білмеймін оны біз үшін. Люстра дегенде сол люстра. Ол мен қарайын. Вот какая я молодец. Қандай люстра салғаным бар барлығы. Соңғы айтамын. Соңғы айтып айтамын. Начните күнге сұрақ қойып және бір нәрседен ләззат алуға. Жаңа сезімді жаңартыңыз. Ғашықтық сезімді. 16 жастағы алғашқы махаббатты кайфуйте. Әйел сезіммен тұрып неше саяхаттап адам өзі рушкелер ма билерлер Расклад ең біріншісі, ақшаңызды бір миллионер күшті оқты жетіп көтеріп бастады, бір
Жерінде жерінде ер адамдар, біз деген жоғарыда көрінген
Все, мир уходит домой.
Найдите
Спасибо.
Страсть қазақша қалай ұғына білді? Құмарлық деген сөз маған ұнаған жоқ. Страсть деген ұнады. Ол сен жадыратын. Жарықты нәрсе сенің көзің жадыратын. Құштарлықта ол жан отыр біз. Негізі тағы. Үш жылдық өмірімізді бүгін үйге тапсырма. Бірақ кешке қарай өліп қалып шаршап кетсеңізде үш жылға, бес жылға, он жылға өзіңіздің сценарийіңізді жазыңыз. Үш жылдан кейін мен қайдамын? Мен осы жерге бір қашан қатысайыншы, азырақ уақыт бересіздер ме? Мен төрт қыздан кейін олдан тудым мен ол. Төрт қыз туған әйелдер бар ма? Білесіздер ғой ата ондай бол екен. Күйеуімдер ата и көршілер айтады жаңаға қыз құлай бер. Жаңа үшін жылап үшін бейді. Құлақ неше түрлі естіді, страдать еттім, қиналдым, жүгірдім, неше түрлі деген болып, бір мен гастролог, психолог деген бар ма, бар, дашы атып едім, экстрасенс кофе бәріне бар. И бір күні өзіме сценарий жаздым. Мен роддомда шығып келе жатырмын, көк конвертпен сол жазуым бар менің. И акушерка күйеуіме айтады, ұлым негізі қыз ғой, ол қыз.